давайте пожрем на камеру завтрак, то мне уже пишут, время 11 часов. Правая и левая елка, трусы висят вони. Меня смотрят жирные, толстые, семимесячные. Ну что вы, и в Дзене пишут, девки, ну вы что? Ой, господи. Там же есть много, где я завтракаю. Кашу гречневую мою любимую сварила. Так, меня смотрят только жирные, толстые, семимесячные. Что-то мало у меня семимесячных. Ребят, сделала кашу. Вчера варила пшенную, сегодня гречневую мою любимую без песка. Кофе, 1,5 ложки песка и соль. Надо соль еще купить. Девки, что-то я геркулесовую не могу есть. Ну что вы там, мама? Одна мама, 10 пап. Вам что, не нравится моя половая тряпка? Ну, у вас, вы же миллионеры, ну, у вас, если есть, пришлите мне на хорошую повязочку модную для бабушки. Одна мама, 10 пап. Ой. Угу. Там одна чучундра в Дзене пишет, что у ней на голове постоянно половая тряпка. А мне нравятся половые тряпки. Ну, понятно. Сколько градусов? Солнце светит. Два окна и коридор открыло. Сейчас скажу, сколько градусов. А что это? А что это такое? 11 градусов. А что это такое? А как мне погоду зарегистрировать? А с ним какое число-то? Это с одного телефона, на том не знаю, ладно. А, все. 18 написано уже. Девки, так выспалась я. Ничего не болит. Но зато вчера вечером забыла выпить таблетку эту, морализующую давление. С Вовкой с Волгограда. Два часа ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля в этой телеге. Он мне подарок сделал. Сказал, 27-го пойду получу. Ну, как подарок? Ну, для хозяйства. Нина Николаевна мне привет написала. Жилетовский, кто меня смотрит? Ленка, Иринка с 15-х домов. Галька с коттеджей. Всем привет. Приходите, помандим, выпьем. Вот девочка сказала про солнце, и солнце исчезло. А что вам не нравится моя тряпка? Нормальная тряпка. Сейчас я готовлю суп. Три татушки, это фасолевый, без мяса. Соседка вчера говорит, я без мяса, там же фасоль, калории сколько. Сейчас пережарку делаю. Уже надоело. Девки, уже окрошку захотела. Ну, не буду делать, не. Кому вчера зашла, там окрошку делают они. Ну, тучи. Я еще на улицу не выходила. Мусор пойду выносить. У меня морковки нету. Одной стерла. Все. Надо в этот идти. В Пятерочку.
Так мне тюль хорошо, прям девки мраморные. Ой, такая хорошая. Ну вот раньше при Союзе, помните, у наших мам были. Такая тюль, вообще хорошая. И шторы тоже вчера закрыла. Не хочу ни хлеб, ничего. Сейчас супчик сделаю. А без первого я не могу. Ой, это забыла. Сейчас я, девки. Все равно надо выпить. Сейчас, девки, забыла. У меня луку, луку, зелени много. Что-то Маяковский не писал мне. Что-то Вовка Маяковский сегодня не писал. Жрать хочу. Девки, вот я сказала, солнце есть, а оно исчезло. Но все равно погода непонятная. Сейчас, девки, все равно выпьем. Чуть-чуть налью. Воскресенье вербное, девки. Я ничего не буду делать. Я уже... Посуду вымыла, стирки нету. Яйца надо купить, девки. Еще подкупить. Ну, Вовка это мне прислал. Я тоже такое там выписываю. Я уже раза 4 выписывала. Мне нравится и намного хватает. И он мне тоже купил и выслал, сказал, код скажу. Он мне теперь намного хватит. Угу. Он тоже говорит, я там этим пользуюсь. Ну а что, мне не жирно, деньги свои тратить не буду. Ну то есть свои ваши. Вовка взял и купил мне. А что здесь такого? Ну, а что? Он себе и мне. Оно недорогое. Девки, открыла в коридоре тоже дверь. Теперь у нас в коридоре не воняет ни кошачьими. Мы замок поставили. Ой, видите, шипит. Ну-ка. Ой, еще горячая. Шипить надо тепло. Надо было натощак. Ну, ладно. Ну, нормальная повязка у меня, миллионеры. Пришлите через Вальберис мне. У нас Вальберис Жилетова только один. Угу. Что вам не нравится, чучундры? Сидите, шпионите меня. Кто-то. Я тоже вот покупаю с алоэ. Нормально.
одна банка фасоли, картошки, пережарку. Лук есть у меня, зелень есть у меня. Петрушка. Ой, не петрушка, а укроп. Я вчера тоже не пила. Ладно, надо допить эту одну банку и все. А там сколько их таблеток-то? 20 таблеток допью. Ой, такие тюль хорошие. Там разные цвета. И шторы вчера закрыла. Такие шторы, девки. Ну, красиво смой. Пускай будут дорогие, но красивые. Мне еще нравится темная. Соседка такие взяла. Серые. Мне тоже серые. Серые, темные такие. А мне, не знаю, светлые. Она в детскую. Вот она мне сказала, она увидела, тоже заказала. Я темно-серые девки тоже красивые. А Людо говорит, давай коричневые лучше. Ну, давай. А соседка вот сделала серые себе. В детскую. Красиво смотрится. Я вчера штору так вот раз. Девки, как они. Мрамор прямо. Во дворце живу я. О, солнце появилось, господи. Сейчас пойду. Кофе не хочу, девки. Горячее. Я не могу горячее. Потом попью. Ладно, девки. Приезжайте ко мне, девки. Ну, что вы как эти? Живете рядом. Полтора суток. Что вы ехать? Ой. Сегодня точно я выйду, девки. Вчера просто... Ля-ля-ля-ля, и не хотела. Вчера четверг, сегодня пятница, выходные дни. Пятница, развратница. Никого нету. Надо окно нараспашку мне открыть, я сейчас сделаю. Ну, вот так вот, нараспашку. Ну, а что, я всегда нараспашку, пускай все выветривается, правильно? Да? Вот мой зайка, супчик-голубчик мой. Что здесь? Варите супчики, голубчики. Блять, обратно посуду набралось. Обыкновенно сделаю, девки, без мяса. Правильно? Пережарку сделала. Сейчас, ребят, я окно открою. С этим окном лучше. Да, мои, мои дети. Закрытым окном. Очень хорошо. Правда, девки? С открытым окном. Ну, сами знаете, что такое... О, боже упаси. Сами знаете, что такое общежитие. Правильно?
Я всегда и зимой открываю, чтобы выветриться. Ну а что теперь? О, собака как. О, гляньте, сколько собак. А, и это еще вышло. Гляньте, боже. Что она там таскает? Потом мусор пойду выносить, сниму все. У нее, боже упаси, что там таскает она? Я живу одна в общежитии. Ой, девки, ну у меня палка эта сломалась, надо. Ой. Я живу в общежитии, то вот сейчас мне надо платье перебрать, которые малые, надо подарить. И там 1, 2, 3 раза одевала. Но юбилей свой одевала. Надо все. Зачем собирать? Зачем собирать? О, что-то понесла на помойку. Боже упаси. Живет одна. Свят, свят. Моя мать тоже есть. 74 года было. Она все отдает. Ну, а что она будет? 10 пульт, что ли? Все отдала. Когда переезжала и соседям, и сапоги хорошие. Все отдала. И куртки, и платья. А что здесь такого, если хорошие нирваны? Правильно? Супчик сейчас. Картошка есть у меня, ребят. Селедка. Ничего не хочу. Котлет навалом. Все есть, не хочу, девки, что-то. А, надо пойти огурец с помидорами купить. У меня один помидор, один огурец с картошечкой. Три татушечки. Три татушечки. Мои учу-чу-путю-путю. Говорит, что у ней на голове тряпка половая. Да, и мне не жирно, я люблю тряпки половые носить. Главное, чтобы у вас все было хорошо. Одна мама, 10 пап. Ага, святушки. Такие святушки мне пишут без фотографии. Я пойду мусор сниму, это я обратно сниму, что она туда и сюда и таскает, гляньте. Бинокль. А, у меня же... А, ладно. У меня же бинокль тебе. Она, вы знаете, это взяла какую-то это, доску и перегородила, чтобы я не видела ничего. А я-то хожу на помойку и снимаю оттуда. Чтобы я не видела, что у нее за трипер с окна. Ага. Она думает, что она самая умная, а я ку-ку. Вот, девки, что она там таскает, девки, я не пойму. Господи. Домой понесла, девки, домой. Боже упаси. Ладно, все, давайте я суп буду варить, потом обедать будем. Ладно, девки, со мной давайте, жрите, ребят. Хотите, приезжайте в гости на это. Но у нас клещей, я в лес не пойду. У нас, сказали, очень много клещей. Нафиг. А то потом дорого обойдется и будете всю жизнь. Ну да. А что? Здесь не смешно. Ладно, все, давайте.